мы пойдем вот туда вот. Друзья мои, если есть кому что сказать, пожалуйста, с удовольствием выслушаем. Единственное, что я могу сказать, наша инициативная группа все это организовала по одной простой причине. Я перешел на русский язык, потому что у нас здесь сегодня, спасибо вам огромное, представители посольства Беларуси, представители посольства России. Дело в том, что вчера был день гибели комдива Закяна, полковника Закяна, который вместе с нашими дедушками и бабушками защищали Крым в свое время. И там очень много наших соотечественников полегло, потому что большая группа армянских воинов воевала именно в Крыму. Это было тяжелейшее время. И мы решили, что сегодня обязательно должны нашу дань уважения нашим воинам прославленным оказать. Тут недалеко еще и по бюст Нельсона Стефаняну, дважды Герой Советского Союза. И этот парк, он превратился сегодня вот в наше такое место, где мы провели и субботник, почистили все немножечко, попытались привести все здесь в порядок и выказали дань уважения нашим великим прославленным героям. Спасибо вам всем, кто пришел, кто принял участие во всем. Если вам есть что сказать, с удовольствием выслушаем. Спасибо. Все стесните. Все, все вас помню.